Пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Алимбет не парит, а щедрый бонус дарит. Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей. Алимбет. Народный букмекер. Все, что удалось сделать, все. Отлично, нам повезло с погодой. И у нас получился хороший спарринг. К сожалению, первый спарринг у нас планировал же с Динамо Минск играть 2 составами. Вот. Не совсем получилось у Динамо Минск сыграть в первой игре. Но вечером мы сыграли прекрасный спарринг. Вся работа, которая была запланирована, она вся сделана. Ребята молодцы и очень хорошо поработали. Все в плановом режиме, все отлично, все в боевом настроении, все готовятся, все хотят играть, потому что 3 месяца тренировки и товарищеские игры, хочется уже болельщиков сезона. Относительно такая же подготовка, уже более слаженный коллектив. Тогда мы только становились командой, много было новеньких, еще не сыграны, к тренеру притирались, а сейчас уже мы 1,5 года, можно сказать, плодотворно работаем, и надеюсь, это все выльется в хороший результат. Хотим побыстрее вернуться в Воронеж, на наш стадион, к нашим болельщикам. В принципе, нам все было известно, мы то же самое делали в прошлом году, и в Турции, и в Сочи, поэтому в прошлый раз это хорошо сработало. Мы хотим быстрее вернуться на поле, сыграть матчи и выиграть этот чемпионат.